Привет, друзья! Прекрасная песня «Don't worry, be happy». И вот мы в очередном баре. Это у нас старый английский паб на углу, который называется Car and Hounds. Называется этот бар. Опять очень много тут у них места. One second. И снаружи, и внутри. Великолепная опять территория такого английского паба. Ну, это только паб, друзья. Это не инн. Здесь номеров у них нету. А вот обязательно на улице вот такое вот место. Парковка. И вот он этот старый паб. Это у нас вечер, друзья. Народу в пабе никого. Ну, не то чтобы никого. Я зря, конечно, так сказала. Ну вот, посмотрите, опять практически пустой. Вот такая вот обстановочка, вот такой вот интерьер. Показываю вам очередные интерьеры в очередных старых английских пабах. Вот раньше здесь были еще столики, сделанные бочками старинными. Вот сейчас, к сожалению, их убрали. Тоже такой был приятный интерьер довольно-таки. Вот посмотрите тоже опять, какая огромная площадь этого паба. Представляете, как тут много места. Приходи, заходи в любое место. Это у нас вечер, друзья, суббота. Вот. И там дальше еще посмотрите. Вот суббота вечером. 7:30. Может быть, даже вам будет темновато. Моя съемка, но уж вот так. Просто я вот не хочу даже камеру выключать, чтобы вы поняли, какой огромный паб.
Вот у него вот такие вот потолки. Старые балки какие-то старинные. И стены кирпичные. И каменная кладка. Вот здесь какая-то старинная такая ширма раскладная. Непонятно, что она закрывает. Вот, пожалуйста, вам еще один зал. Ну, представляете, какая красота. Вот еще одно уютное местечко. И кругом камины. Вот такое украшение бутылками. Боже, амаретто. Что уж там в амаретто. И там тоже различные бутылки, видите. Стоят как украшения. Вот еще такой малюсенький отсек, как они называют, типа консерватори. Вот такой. А это вот старинная карта острова Эллоуайт, друзья. Ну, вот такой паб. Самый обычный, наверное. Как много других, и я сегодня вам еще раз показала, друзья. Скоро увидимся с вами. До встречи. Пока-пока.